С вами Дмитрий Михайлов. Выехали мы на очередной монтаж. Коменбай, деревня Птич. Сейчас покажу, что мы будем устанавливать здесь. Печку Бринеран, оригинальную, с подставочкой. Заднее подключение Бринерана перед вами. Тройник 120. Стандартный тройник. То есть здесь на трубе 120 мм. Теперь смотрите, когда вы одеваете стандартный тройник с раструбом, то это ориентировочно 124, там, ну, от 123 до 125, в зависимости от производителя. Видите, что происходит? Люфтит. А носовая 120-я часть, вот я кусочек уже подрезал ее, она не одевается. То есть ровненько стык в стык. Что делаете? У кого есть возможность на производстве потянуть буквально чуть-чуть, там на 1-2 мм. Видите, вот эта вот отбортовка, когда я пальцем вожу, ну, она заметна. Теперь смотрите фокус. Люфта уже никакого нет. Питона герметика никакого вам класть уже не надо. Все. И дальше вот вам раструб 120. Видим красоту, что получается? Четко и аккуратно. Все собираем. Будут возникать вопросы, будем отвечать на них. Идем. Закончил монтаж дымохода для печки Бринеран. Смотрим, что у нас получилось. Такая вот красота, теперь объясню. О переходнику я вам говорил уже, как подключение идет. Обязательно вся нагрузка должна идти на опорную площадку. Неважно, она будет в стене, либо будет стоять на полу. Тройник, и через тройник обязательно ставится сборник конденсата. Сборник конденсата служит одновременно для прочистки. Надо прочистить дымоход, он весь в вашем доступе. И обратно закрыли. Вся система собирается по конденсату, как газогенераторная печка. Если вы ее соберете по дыму, то у вас все, конденсат весь будет течь по трубе, никуда вы не денетесь. Это не банная печка и не печь камин и не камин. Эти печки, у них КПД довольно высокого. И очень много конденсата на них выделяется. Поэтому поднялись вставкой. Эта труба еще дополнительно для съема тепла служит. И переход сэндвич с голой трубы на утепленную. И пошли вверх. Смотрите, переход нижнего также в утепление. И входит вовнутрь. Обязательно. Соберете по конденсату, никаких проблем у вас не будет. Все, дальше весь дымоход пошел до самого верха утепленный. Здесь даже не пройдет такой фокус, как на банных печах. Ставите первый метр по дыму, а насадка тоже по дыму, то есть она наверх находит. А труба собирается по конденсату. На банных печах, на печах каминах эти фокусы проходят. На бринеранах, на огонь батареи даже не думайте, не экспериментируйте. Вот такая красота. Такой бринеранчик. Оригинальный. Подставочка под него. Все, заказываем монтаж дымоходов. Задавайте мне вопросы, буду вам с удовольствием отвечать. Коменбай. И я, Дмитрий Михайлов, помогу вам с монтажом. Хорошего настроения вам и дня. Пока.